Я сейчас нахожусь в знаменательном месте, которое называется «Провал». Это такой сероводородный источник, который сейчас закрыт решеткой, но раньше туда сверху опускали людей в корзине, чтобы они могли полечиться от разных болезней. А этот туннель позади меня, который тянется, его взрывали порохом долгое время, многие годы, чтобы проделать всю эту тропу. Вода теплая, сероводородная, уровень воды как больше метра глубина. Пещера, там глубокое место. Кто говорит 7, кто 9, кто 11. Дальше узкая извилистая трещина, метр земли уходит на 1,5 километра. Глубже измерить не смогли.